Для студентов Ульяновского педагогического университета прошла презентация губернаторского лицея в микрорайоне Репино. Молодые люди пришли на экскурсию в учебное заведение, чтобы познакомиться с современными возможностями обучения школьников и перенять опыт у молодых, но уже опытных преподавателей. И сегодняшние открытые уроки ведут педагоги, буквально вчера-позавчера бывшие студенты этого университета, которые имеют опыт работы 1-2-3 года, для того, чтобы показать студентам квалификацию и усилить их, так скажем, веру в то, что будущий учитель – это перспективная профессия. Современные и активные – так можно охарактеризовать учеников нового губернаторского лицея. Более 700 человек имеют возможность получать знания в современных классах с использованием интерактивного и мультимедийного оборудования. Подрастающее поколение сложно заинтересовать чем-либо, поэтому преподаватели используют разные занимательные формы обучения. Можно посмотреть, как работает, да, молодой специалист, потому что буквально через полгода мы сами пойдем в школу, да, уже устраиваться как педагоги. И это в любом случае полезно узнать, как это, как проводят, какие вообще методы есть и так далее. И с точки зрения просто посмотреть, как вообще организована работа именно учителя, да, уже это всегда в любом случае очень, ну, как опыт, да, дополнительный опыт для нас, как для молодых специалистов. Школа, оборудованная по последнему слову техники, вошла в программу «Современная школа» в рамках реализации нацпроекта «Образование». Данная школа является уникальной в том, что это целый образовательный комплекс. Он включает в себя не только здание школ на 1000 мест для учащихся, но и детский сад на 240 мест, что позволяет нам провести такую линейку непрерывного образования между дошкольным образованием и общим образованием учащихся. Уже в следующем году многопрофильный лицей готов увеличить численность обучающихся до 1100 человек и, соответственно, расширить штат сотрудников. Для будущих учителей и пока еще студентов подобные экскурсионные акции обещают сделать постоянными, а лучших пригласить на работу в губернаторский лицей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.